Эй, ребятки, с вами Борода, это канал Нинави, игрушка под названием Зомби Краш, и я надеюсь, вы по ней соскучились, как и по мне. У нас новые события, кризис, мать его, блядского выживания, у нас есть Зомби Раш, у нас есть Армия of Chaos, и у нас есть Approachment Swarm какой-то, хер его, блядь, пойми, хер его, блядь, выговори. Так, за один дают нефть, она же валюта, и дают еду, она же тоже валюта. За второй дают материалы и золото. И за третий дают энергоядро, материал боевого транспорта, и дают точные детали. По факту мы не используем ни первое, ни второе, мы используем вот только золото сейчас и эликсиры. Поэтому предлагаю посмотреть именно вот эту коллекцию и начать краш. Поехали. Так, окей. Далее у нас недостаточно предметов. Что с этим делать? Вот видите, чтобы хотя бы дойти до какой-то первостепенной награды, нам все-таки нужно вот эти молоты. Где же их брать? Хрен пойми, с одной стороны. Но есть плюсик, есть такса. Хочешь, покупаешь. И тогда продолжаешь участие в зомби-краше. Но разве не гениально придумали вот разработчики для того, чтобы смачно навариться на донатах моих и твоих? По-моему, это слишком жестко, и это крайне негативно сказывается на игроках. Сделайте вы это оверсложным, сделайте это обычным прохождением, обычными героями, но сделайте это хотя бы возможным. А так получается, что у него еще 79% хп, это я так полагаю, чтобы дойти до вот первого сундука, с которого мы получим всего-то, только вдумайтесь, всего-то 6000 золота и 6000 эликсиров, в то время как само золото 80 тысяч. Можно, вот, к примеру, купить за 50 кристаллов. Вы представляете, да? Но это просто жесть, это просто абсурд. Не знаю, я вот из-за этого сгорел на зомби-кризис максимально. Не знаю, как вы, но за это я готов им писать негативные комментарии сутками просто. Понимаете? Просто, мать его, сутками. Это не по-человечески. Просто некрасиво. Как можно так относиться к своим ребятам, к своим игрокам, которые обожают эту игру и постоянно в ней сидят, я не представляю. Ну, потому что вот это просто невозможно. Ну, за какие такие деньги я должен вкидывать, вот, покупать? Это просто жесть. Поэтому, ребят, ну, реально, хотелось бы призвать вас написать пару сочных негативных комментариев, потому что это не по-человечески, как по мне. Так, мы крутим сегодня дальше рулеточку, пожаловались, похамили, и у нас есть 10 фишек для того, чтобы крутнуть. Мы сейчас обновим вот это все дело, чтобы нам что-то поинтереснее могло выпасть, и поехали. Первая прокруточка, смотрим, очень надеюсь, что выпадет пушка. Падает 15 эликсиров. Фуфло. Идем дальше. Крутим, смотрим. Падает 20 тысяч золота. Фуфло. Крутим, смотрим. Падает 15 эликсира. 3 из 10 просто мусор выпадает. Идем дальше. 20 золота. 4 из 10 просто мусор. Идем дальше. Пятая прокрутка должна быть сочной. Но нет, не в этот раз, сказали они нам и дали мусор. Крутим дальше. Шестой, 20 золота. Седьмой, 4000 эликсира, мусор. Еще два раза и пока что мы ничего годного не вылудили. Последняя попытка и, скорее всего, тоже мусор. И вот, ребят, как, сука, после этого можно не хейтить на них? Зомби Краш, разработчики, очнитесь. Хватит выкачивать деньги из игроков. Имейте совесть, дайте годный контент, а потом просите денег. Ребят, у меня на этом все. Жопа сгорела. Пока-пока.